Всем привет, дорогие друзья, с вами Ветеран. Мы начинаем играть Toward the Hell. По скриншотам я смотрел, вроде бы игрушка очень интересная. Уровни качественные. Вот. И потом мы сегодня поиграем. Посмотрим, что она из себя представляет. Перед этим я проходил буквально два уровня от другого автора. Это другой уже автор будет. Этот... My name is... Вот так вот. Идет. Да, вспомнил. Хорошо. Так. Банка с вареньем. Пиво. Здесь целый сюжет прям. Оба. Пойдем проверим. Сразу пистолет. Воры пробрались. Что случилось? Авария, смотри. Ух ты. Так. Окружили машину. Сменили трек. Да ладно. Серьезно. О, нифига себе. Здесь даже можно так перекачать. Прикольно. А там. Тут. Тоц. Так, секундочку, я хотел бы первый трек поставить. Оф. А, я понял. Ничего себе, за треком напихано. Круто. Воу, что происходит? Ага. Вот это у меня шкаф. Обалдеть. Серьезно. Воу, прикольно. А так и не скажешь. Дум. Ладно, это как из четвертой части. Нет, погодь, это вообще другое. Так. А, это секрет? Да ладно. Прикольно. Арбалет. Электрозарядный. Ничего себе. Сколько секретов? 3 секрета. Один из них мы уже нашли. Неплохой у нас секрет в шкафе. Красиво, кстати, очень сделано. Могу отметить. Вот эта трава неплохо подходит. Ну, то есть, не кажется там ничего плохого в ней. То есть, она сделана, выполнена, в принципе, отлично. Играть я стал без модов, потому что моды, я так понял, там могут сбить очень многое чего интересного. Вот в таком вот духе. Так, давайте посмотрим, что здесь. Микроволновочка. Ух ты, можно подогреть. Давай. Ничего себе, интерактивный такой этот уровень. Ух ты, мать твою, передержал. Давай, все, хоть. Ах, все, капец уже. Прикольно. Ладно, погнали. Так, я думаю, нам нужно ружьишком запастись. Вот так вот. Квартирки. Отлично сделана квартира, прям как, не знаю, у нас. Ну, в смысле, все как положено. Вот такие вот ступеньки, этот кантик. Лифт разрисовали, падлы. С
Сатана рулит. Интересно, здесь можно там как бы... Так, ладно, в лифт мы пока не собираемся. Давайте посмотрим, проверим соседей. Я вообще думаю, самое безопасное будет подниматься пешком. На самом-то деле. Тем более в лифту только одна кнопка. Так. У. Что? Что-то опускается. Видимо, это где-то у нас. Давай, давай, давай. Блин. Блин. Может, это вот здесь где-то? Блин, вот это тяжелый будет секрет. Или нет, как он может здесь, если звук оттуда? Да давай. Блин, эта дверь всего лишь моя открывается. Ё-моё, я понял. Ладно. Я уже такой думал. Окей, давайте проверим верхние этажи. Зачистим наш дом. Мне нравится, как Думер сразу за пистолет схватился. Авария. Вот это да. Так, ладно. Понятно. Хорошо. Что у нас здесь? Никого. Так. Ага, а я чуть ниже находился. На улице я там смотрю, вообще круто. Так, все больше некуда. Я проверю на всякий случай, хотя я уже смотрю, смысла нет. Окей. Ладно, давайте спускаться. Похоже, путь остался только вниз. Нет, ну, я не удивлен, как бы. Просто мы до конца прошлись. Очистили дом. Ой, как я так промазал. Так, куда пошел? Хорош. О. Так, а у нас аптечки на кровати там лежат, я вспомнил. О. Немного здесь подлагивает, да? Секундочку, я прошагал, по-моему, свою квартиру, да. Так. Оп. У нас двойная постель такая прям. Ой, пиво взял. Нормально. Тан. Ну, секундочку, какие там еще были треки? Я так... Туда промотал. О, такая 8-битка. Сразу спектром вспоминается. Круто, пусть будет. По ностальгии немножечко бьет. Оп, ушел. Иди сюда. Что ты там читаешь? Я так понял, все люди превратились в вот этих монстров. И вот так вот получились. Авария. И всякое другое ужасное. Вскоре будет атака. Ау! В ухо прям. Так. Красноголовой импы. Бимбос. Не знаю, как это переводится. Так, тихо. Баду, кстати, действительно, я бы награду дал. Очень круто все сделано.
очень-очень нравится. Так, секундочку, нужно сходить еще за одной аптечкой. И использую... Надо использовать лифт. Как-то он стороной так немножечко. А что здесь? О! Смотрите, еще одна аптечка. Ракушки. Отсылка к какому-то фильму, насколько я читал, но не знаю. Я тот фильм не смотрел. Так, окей. Поехали. Поехали? Все, приехали. Я понял. Окей. Погодь, кажется, кое-что открывается здесь, нет? Это какая-то секретка. Стопудово. Не могу, правда, понять, где именно. Тяжелая секретка. Сейчас вверх пройдемся. Если я ничего не найду, не замечу, то будем идти дальше. Собственно. Вот здесь. Давай, по другую музычку. Странно. Видать, очень высоко. Не знаю. С Doom 2D немного напоминает. Короче, ладно, в баню. Так, хорошо, разбиться нельзя. Погнали. Воу. Круто сделано. Очень напоминает у нас... Днепропетровский, Фрунзенск. О, да ничего себе, кто это так лупит? Дверь выше, бля. Да ничего себе, хит-сканеры дают. Так, я, пожалуй, запишусь. Ну, это, конечно, как-то не очень приятно. Будем отсюда бежать. А, нельзя в темноту. Окей, ладно. Круто выполнено, очень похоже на реальный город. Вот это, наверное, первая карта, которая действительно реально похожа на настоящий город. Вот. Узнаю в нем один из районов своего города, так сказать даже. Действительно очень круто. О! Отлично, сейчас нащупаем тех, кто по нам лупит. Надеюсь. Откуда вы? А, вон они. Ну это жестоко на самом деле. Очень. Очень жестко. На балконах сидят, да? Вот хит-сканеры, это на самом деле не есть плюс в адах, то есть они никогда хорошего не приводят, потому такими штуками лучше не пользоваться. Ну или крайне редко. Потому что это все сбивает весь интерес. Так, ну ладно, здесь вроде бы еще более-менее. Откуда вот ты? А, вот. Все ясно. Ну ладно, здесь еще более-менее так. По-божески, по крайней мере, можно подойти и убить. Машина. Может здесь еще и... А, exit. Мы уедем. Я понял. Блин, здесь целая сюжетка есть. Я знаю, здесь некая даже история, как бы есть минимальный сюжет. В принципе, да, здесь даже кат-сцена есть. Что уже должно удивлять. Автор хорошо поработал. Так, зачистим все дома.
кстати, так и не нашел секрет. Так. Бери деньги, тварь. Так. Секундочку. Это моё. Отлично. Так, а где там был еще один сержант? Там, по-моему, на втором этаже вообще-то был. На самом-то деле. О! А это моя награда. Сожгли нафиг. Зеркало разбили. Так, ну, квартиру, я думаю, никакие нельзя обшарить. Потом мы просто спустимся. А, секундочку, можно же. Можно тупо спрыгнуть. Так. Отлично. Все, больше нам ничего вроде как не нужно. Патронов у нас полно, аптечек полно. Думаю, пора уезжать. Так. Ой, даже патроны у нас. Эти заряжены. Все. И жизни полно. Теперь точно нечего терять. Погнали. Мне нужны ключи. Твою мать. Мне нужно все-таки в квартиру какую-то вломиться. Чья-то машина может быть. Я думаю, там где бери деньги, тварь. Я прав? А нет. Смотри. Ух. Кстати, пилуп надо. Хотя здесь с патронами, я смотрю, ничего такого нет. А вот и ключ. Мужика схарчили. Game over. Так, все. Импанчер. О, вот он. Ё-моё. Серьезно? Здесь можно всю свою злость вывести. Ничего себе. О. Все, сам взорвался. Game over. Ясно. Все, ладно. Уматываем отсюда. У-ху! Что ж, по-моему, было круто. Так. Один секрет я таки не нашел, но в целом. Все, просто бомба. Так, ну и ладно. Поехали дальше. Глубины. У-ху-ху. Нормально. Так, да? Портал вон? Воу. Да. Но мне не нужен транспорт тогда. Окей, нет проблем. Блин, круто сделано. Вот это жесть. Мимо пункта. Так. Все, полетели. Restrict, я не знаю, как это переводится. Это территория. Так, а вот и тот скриншот. Похожий. Да, вот так вот, по-моему, был. Снежный. Круто. Какой вертолет. Окей, ладно. Ладно, не думаю, что здесь что-то есть. Три секрета здесь тоже. Поехали. Очень круто сделано. Тело! Мужик! База, видно, будет уже навороченной. Я смотрю, проходы есть. Значит, здесь тоже, видимо, ходить можно будет. Это круто!
Это чувствуется, что база гораздо объемнее. О, смотрите, это в спину попало. Видимо. Неужели отсюда зашли? А, вот, проломили осколками, скорее всего. Убило. Музыка чем-то из пятого элемента немного напоминает. Хотя я понимаю, что это за музыка. Так. Погодь, мы не можем зайти? А, ну да, компьютер. Вот. Конечно. Пошли вон. Воу. Вот это здесь комнатка. Стекла бьются, да? Ничего себе. Круто. С освещением красиво все проработано, собственно, как и первая локация. Так и здесь. Ну, в смысле, первый уровень, и второй. Так, здесь желтый ключ. Что это у нас вообще? Напоминает один из уровней SCP, тоже такой вход был. Но нет. Так, главное, чтобы отсюда не поубегали. Ух ты ж! Здесь, кстати, абсолютно не лагает. 60 FPS, очень хорошо. А вот сюда нужен желтый ключ. Навороченная база. Могу отметить. Так, а вот и это тело. Хорошо. Так. Ну, довольно простенький уровень, но... Тем не менее, он такой атмосферный, вот именно атмосферный. Так. Окей. Так, секундочку, там вроде как аптечки были и прочая зарядка, я бы... Давайте сначала за ними пойдем. Вот одна аптечка. Вторая. Третья. Патрона у нас хватает. Мне бы рюкзачок какой-нибудь. Мы еще подберем. Все, у нас теперь 100. Так, и вот желтый ключ. Отлично, база такая. Интересно. Интересно. Ага, ожидал. Мне нравится, кстати, у монстров красные глаза выделяются. Очень прикольно. И желтые. Обалденные монстры. Я бы таких хотел бы... вот. В оригинал. Не знаю, мне таких больше, конечно, приколы. С ярко выраженными глазами. Они так круто светятся в ночи. Просто обалденно. Так, ну ладно. Куда мы пришли? А, ну да-да-да. Мы идем к желтому ключу. Воу. Дружбана своего забил случайно. Под замком. Не под замком. Забавно. Так, а это что? Не работает. Зеркало. Чуть не выстрелил. Еще один лифт, да? Это вроде бы в порядке. Ёлки-палки, надо было посмотреть. О-о. Твою мать! Так, может выбраться как-то можно? Ох ты ж! Беда. Остается только прижаться. Так, лучше сюда подальше от зеркала. Музычка сразу такая. С 10 хп.
Неплохо, прикольно. Такие даже ситуации получаются. А это еще кто? Пока меня беспокоит, конечно, пулеметчик, но вот это мне тоже. У нас есть вот такая вот штука. Между прочим, я забыл про нее. У-у-у! Ах ты ж такой. Ого! Кажется, он тоже так бьет. А, секундочку. Я понял. Кто меня так убивает? Ты меня убиваешь. Сержант. И теперь пулеметчик. Обалдеть. Да что ж ты будешь делать, Роч? Так, убиваем пулеметчика. Теперь другой сержант. Это слишком жестко. Да елки-палки. Я понял, надо прикрываться как-то. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй. Блин, ну нифига себе. Или лучше вот этого сразу убить. Да давайте попробуем. Да что ж такое? У, здесь несколько импул. По-моему, там какой-то с рожками был, вот этот. Да, смотри, вы смотрите. Безумец. Ёлки-палки. Ну, кстати, неплохое начало было. Вот так от этого созываем. Он попадает в того. Ай-яй-яй. Но вот этот второй меня просто палит. Надо вот так вот. Отлично. Блин. Надо было хоть записаться. Так, ладно, давайте еще разочек. Ё-моё, и второй еще. Музыка из контры какой-то. Секундочку. Ого. Так. Блин. Так же все отлично получилось. Пошел вон. Пошел. Ах, сержант успел все-таки. Ёлки-палки, неужели надо сержанта дождаться? Я так не смогу. Чайнганер. Так, фух, я не знаю, как я разобрался. У меня это получилось. Все, запишусь. Записываю свою. Фух, ладно, теперь можно уже продолжить более спокойно. Так, нам здесь нужен синий ключ. Нифига себе. Так, пошел вон. Да, есть ситуации здесь очень хардкорные. Я, в принципе, автор писал, что... Картур не очень... Так, секундочку, ты сам встал? Серьезно? Нифига себе, кто ты, мать твою, такой? Ой. Ой-ой-ой. Так. Погодь. У меня есть пулемет. Так, это что? Ух! Вон он. Так, если что, быстро. Вот так вот. Главное, на дальнем расстоянии держать. Монстр, кстати, ничего себе. Очень-очень жесткий. Не знаю, кто он. Но он жесткий.
Красивая комната. У меня пока нет времени все разглянуть, на самом деле. Течка. Я должен был догадаться, конечно. Так, здесь тоже дверь. Поехали. Так. О, нет. Держись от меня подальше. Вот это мощная тварь, которая все время оживает. Это как в Пойке первом. Я так понял, может, с ракетницей только поможет. Отлично. Все, валим отсюда. Бляха-муха, еще одна. Да пошли вон. У меня здесь теперь две твари. Твою мать. Надо провалять отсюда поскорее. Где? Ушел. Бляха-муха, куда идти? Вот еще. Секундочку, где? Не знаю. Это хардкор какой-то. Так, секундочку. Ага, во всяком случае, они теперь вместе. Кстати, шотган неплохо их выносит. Твою мать. Еще третий, да вы издеваетесь. Это почти как Найтмары. Получается. Ого. И там еще дверь. Да вы издеваетесь, вот это уровень. Вот это чувак жжет. Так, ладно. Ого. Вот это хардкор устроили. Мне приходится бежать тупо вперед. Но это очень интересно, кстати. Именно вот таким вот методом я еще не видел. Очень напоминает Quake 1. О, блин. Еще и ты. Тебя-то мне как раз и не хватало. Секундочку. Да пошел вон. Есть. Фух. Ай-яй-яй. Фуф. Так, что-то слишком далеко записывается. Так, а это что такое? Здесь какой-то операционный стол или это карта какая-то? Схема. Очень интересно выглядит. Ладно. Тяжелая база, хотя казалось на первый взгляд очень простенькая. Так. Куда я пошел? А, ну да. Во вторую секцию. Так, секундочку. Так, все. Продолжаем. Так, куда мы дошли? Секундочку, мы разве здесь записались?
Ну ладно. Много сбросилось. Я, наверное, не записался. Так, ладно. Что у нас здесь? Импы! У нас очень много шотгана. Будем использовать шотган пока. Хорошо. А смотри, здесь есть и обычные импы. Вроде бы, да? А, нет. Вроде показались, глаза не светятся. Так, хорошо. Где-то вот эти заразы там ходят. Я не вижу отсюда. Так, уйди. Воу. Куда мы идем? Ого. Твою мать. Умер. Опа-на. Секундочку. Так, вот это нужно будет как-то. Все-таки как-то. Вот. И бежим, 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 бежим. Да блин! Окей, ладно. Я понял. Включаем и бежим. Давай, 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 давай. Есть. Фу, хорошо. Это нам очень понадобится. Это я уже знаю. Хорошо. Отлично. Так, секундочку, а как я туда перебрался? А, ну да. Здесь проход, конечно, очень забавно сделан. Так. Все, это тоже забираем. Все к нашей броне. Фух. Так. Отлично. Вот так вот. Пошла жара. Все. Так, те трое вроде бы там остались. Можно будет еще вернуться за патронами все-таки. Пулемет, как-никак. Оу, что здесь дверь так как-то неровно. Что я включил? Я думал, и музыка затихла, думаю. Так, видимо, мы что-то запускаем, но что? Так, ладно, сейчас надо поосторожненькому. Возможно, где-то что-то открылось. Я пока не вижу. Не вижу что, не вижу где. Так, я заберу патроны. Отлично. Так, а сейчас, видимо, нам придется разобраться с теми. Неплохо было бы их закрыть в этой комнате. Это было бы... Ого. Это было бы что-то нечто. Какие-то звездные войны. Так, хорошо, идите сюда. Ай-яй-яй.
Descent немного напоминает такую старую игру. Ну или Звездные войны. Так, один ушел. Там еще третий, получается, остался, но в принципе. Ай-яй-яй-яй-яй! Как тупо. Давайте, идите сюда. Только одного запустил. Печально. Так. Один ушел. Давайте их просто сюда заведем. Блин, я тупанул. Точно. Все намного проще. Только надо, чтобы они зашли. Ну, елки-палки. Хорошо, молодец. Теперь их заводим сюда поглубже. Ого. Ух. Ай-яй-яй-яй-яй. И где я записался? Ой, блин. Так, ну одного мало. Давай, второй. Так, сохранимся. Давай, давай, да, да, давай. Не-не-не-не, назад, назад, назад. Давай, быстрей. Отлично. Так, а нам нужно не налево, а направо было пойти. Так, приманиваем. Ой. Какая долгая операция. Они там, видимо, не могут пройти, что ли? Ух! Да, а вот это будет проблема. Что же делать с этим? Может попробовать с вот этого бомбануть? Неплохо. Хорошая штука. Закрывайся. Отлично. Теперь только один здесь остается. Так, я думаю, в конце откроется, видимо, вот эта дверь. Так. Ой-ой. Все, все пожевали, да? Немного не так хотел. Но вы поняли. Фух. Закрыто. О, кстати, вот таких с красными полосочками я еще не видел. Или мне кажется. А вот этот зеленый вроде бы можно. Да, прикольно. Так, это что за рубильник такой? А больше никуда нельзя. Окей. Ух. Ай-яй-яй. Бэмс. Да. Окей, ладно. Ух, ух, ух. Ладно, справились. Так, сохранимся.
Красиво здесь сделано тоже. Такие оттенки. Вообще здесь с динамическим светом очень хорошо поработали. Все красиво выглядит. Хорошо. Поехали дальше. Воу. Сзади меня, я надеюсь, там никого нет. Окей, ладно. Ну, сейчас, я думаю, будет. Когда вот здесь нажмем. А, здесь комната немного другая. И вон дверь. Туда очень интересно идет, с интересными грибами. Красный ключ. О, компы. Блин, надо 95-я, что ли? Или 98-я? Я думаю, 95. Это вообще уже все упало. Какие-то китайские сайты. Вообще китайские. Китайская винда. Опа. Добро пожаловать назад. Или с возвращением. Правильнее, наверное, даже так. Вот это на ученого похож. На ученую женщину. Окей, ладно. Так, мы собрали, в общем-то, все ключи. Я думаю, в ту сторону нам не нужно идти. Что они там изучали, я не знаю. Да, вот сюда нам нужно. Все, я надеюсь, покинем эту базу. Вау. Очень красиво. Круто. Круто. Очень красиво сделана комната. Вообще здесь, ну, все комнаты очень качественно сделаны. Так что... Это зачет. Ух. Круто, круто. Вода. Это датчик какой-нибудь. Видимо. А это что за рубильник? Вода включена. Зачем мне вода? Воу! О! А! Ого! Там простреливается! Какая жесть! Понятно. Стекла все бьются. А куда же дальше, я не знаю. Включим мы воду. Так, вот это мы заберем сразу. Конечно же. Включаем и бежим. Ох. Так будет, наверное, все равно лучше. Вода где-то здесь. Так, хорошо. Бежим. Пострадали немного. Секундочку. По-моему, здесь что-то поисчезало, нет? Хотя нет, гриб остался. О, фух. Секрет. Интересно, а что мы сделали по факту? Что связано с водой? Мы ее подняли, опустили или... Что? Что произошло-то? Так, окей, ладно. Погнали. Так, здесь нас ждет бессмертный.
Было бы неплохо его закрыть в этой комнате. Давайте попробуем. Ладно. Ну ладно. Секундочку, а куда туда идти? Энергия. Вода. Чего-то еще не хватает. Вот чего. Ой-ой-ой. Так, ладно, поехали. А теперь можно... Твою мать. Кстати, мы от этого одновременно избавимся. Ой-ой-ой. Есть. Ладно, с тобой сначала разберемся. Так, 4, 4. Поехали. Так, а теперь с вами разделаемся. Хорошо. Ух-ху-ху-ху, тихо. Да сдохни ты уже наконец. Фу. Так, в этом деле главное было не спешить. Ого, патронов. Это намного больше, чем я думал. Вау. Интересные здесь площадки. Так, секундочку. Еще разочек. Тоже неплохо, прикольно. Так, ну и по идее все. Ууу, плазмоган. У меня, конечно, есть куда плазму на самом деле тратить. Так, не знаю, давайте на всякий случай возьмем. Чуть мне кажется. Что такое? Дверь, видимо, открыли. Ух. Ёлки-палки. Я, честно говоря, думал, что здесь уже выход будет. Видимо, нам придется поисследовать. Оу. Беда. Так. Смогу ли я здесь уворачиваться еще? Ладно, давайте возьмем плазму. Хорошо. Поехали. А вот и выход. Ух. Нормально. Так, ну тебя мы так расстреляем. Красиво. Блин, монстры мне нравятся, как у них глаза светятся. Не знаю, просто обалденно смотрится. Так, а что это у нас здесь? Ага, энергия, вода, все, что мы включали. Так, это что? Свет? Лампочек здесь, правда, не хватает. Please proceed into the device. For your own safety and the safety of others, please refrain from. Окей, ладно. Все, я думаю, мы наконец-то теперь прошли. Фух. Красивые здесь комнаты. Очень впечатляет. И вот это даже такой мини-квесты такие.
неплохие, которые похожи на что-то логичное. Воу. Stand back. The portal will open in 3, 2, 1. Какой-то гиперпрыжок. Что ж, круто. Опять один секрет какой-то не нашел. Но мы прошли этот уровень. Ну и что ж, я думаю, на этом мы закончим. Уровня были крутые. Очень понравилось. Очень хорошо такое приветствие. С добрым утром. Я с утра записываю просто. Вот. Что ж, мне очень понравилось. Насколько я знаю, там уровней не так уж и много осталось. Там первый уровень катсцена, второй уровень сам уровень, третий уровень снова катсцена, ну и в таком духе. Всего их 7. Ну, в итоге получается намного меньше, там где-то 4. Вот два из них мы прошли, это будет третий, и еще будет где-то четвертый. Что могу сказать? Очень круто. Очень понравилась идея самого уровня, как выполнена. Сами комнаты, сами базы. Детализировано очень. Классно смотрится. Второй, конечно же, это катсцены. Впечатляет, конечно, как и свой автор продумывал. Маленький сюжет вот так вот сделать по-современному. Ну, или как минимум смотрится как в каких-нибудь приставках вот эти заставочки. Это, конечно, круто. Ну и очень нравятся специфические монстры. Вот это немного дополнения. Также специфические квесты такие. Все, в общем-то, круто. Круто. Ну и что ж, встретимся уже в следующий раз. Я думаю, мы добьем уровень. Ну, а на этом все. Всем всего хорошего. Пока-пока.